Следующее явление, которое нам нужно обсудить именно в его историческом развитии, которое возникает в Византии, развивается в Византии и потом, развившись определенным образом, приходит на Русь, это литургия. Ну или вообще, вообще литургический характер православного богослужения. Если говорить о протестантском богослужении, то, конечно, определенный порядок и определенная традиция складываются в церкви, сколько-то там песен спели, проповедь выслушали, помолились и так далее, структура какая-то есть, но и сам текст молитв, и подбор песен, и тема проповеди и все остальное достаточно произвольно, да и структура простенькая и позволяющая какие-то вариации. Православной церкви не так. В православной церкви все богослужение, все действия тщательно прописаны: кто куда заходит, кто откуда выходит, то, что при этом говорит, когда поет, когда молчат, если молятся, то какие слова произносят и так далее. Причем объем литературы, описывающей православное богослужение чрезвычайно высоком, просто несколько томов достаточно обширных, которые содержат, содержат, все, все эти тексты и слова, которые должны быть произнесены во время богослужения. Но вот этот объем литературы и вот эта вся чрезвычайно сложная структура, она не в одночасье появляется она является продуктом достаточно длительного развития и чуть-чуть, чтобы понимать современную ситуацию, нам нужно об этом развитии поговорить. Первоначально сама структура церковного богослужения в древней церкви во многом подвергается влиянию того, что происходило в синагоге. Вы помните, например, служение апостола Павла, как он организовывал церкви, приходил в какой-то город, находил синагогу там проповедовал в течение некоторого времени. В конце концов, там это все надоедало, его выгоняли из синагоги, он забирал с собой тех людей, которые уже уверовали, и так появлялась церковь. Но церковь появлялась из людей с опытом синагогальной жизни с опытом синагогального служения. И поэтому церковь, когда она появлялась, первые церкви, которые появились, в том числе и в языческом даже мире, это церкви, имеющие опыт синагогии и во многом повторяющие структуру синагогальной жизни. Поэтому нельзя сказать, что первоначальное церковное служение было абсолютно беспорядочным. Можете посмотреть, например, послание Коринфянам, 14 главу. Апостол Павел некоторые элементы порядка указывает. Там пророки, как говорят, там двое или трое, какое-то использование языков, еще что-то. Мы видим, что нет жесткой структуры, но есть уже изначально в церкви определенный порядок того, что происходит, когда церковь собирается, когда церковь сходится вместе. И за пределами Нового Завета то, что мы знаем о церковной жизни, о церковном служении, также позволяет нам понять и принять, что многое в церковной жизни, оно заимствовано из синагоги. Ну, один из, может быть, ярких примеров, вы знаете, может быть, что у иудеев были традиционно посты два раза в неделю, вторник и четверг они постились. И церковь, чтобы не совпадать с иудеями, тем не менее переняла достаточно рано эту практику, и в книге Дедаха уже это упоминается, и среду, и пятницу в церкви издревле был пост. В синагоге были определенные праздники, которые справлялись, ну, такие значимые иудейские праздники, например Пасха, Пятидесятница и так далее. Церковь естественно и легко заимствовала эти иудейские праздники. Теперь, правда, для Церкви эти праздники наполнились другим содержанием. И Пасха теперь больше связана не с ходом из Египта, а с тем, что сделал Христос. И Пятидесятница связана с рождением Церкви. Тем не менее какая-то вот структура праздников в течение года она заимствуется церковью. Более того, в синагоге были традиции утренних, вечерних молитв, и церковь тоже заимствует эту традицию. Древняя церковь совершает молитвы утром и вечером. Кстати, просто немного отвлекаясь в сторону, но интересный момент. Вы все знаете, в православной церкви используются свечи. Постоянно везде там свечи горят, много обрядов с этими свечами связано. Исторически появление свечей объясняют следующим образом. В древности церковное богослужение совершалось до восхода солнца и после заката. Это естественно, потому что многие члены церкви были рабами, Никто бы их на богослужение не отпускал, воскресенье не было выходным днем, и единственная возможность людям собраться вместе ⁇ это когда им не нужно работать, то есть когда все остальные спят. Поэтому в темноте до восхода, после заката, и были основные встречи христиан, чтобы не сидеть в темноте, это была традиция, они приходили туда со светильниками. Для того чтобы это собрание освещать. И так продолжалось в течение примерно трех веков. В IV веке церковь становится государственной, в воскресенье ну то, что мы называем воскресеньем, становится выходным днем. Проблемы никакой нет, ночью собираться уже не обязательно. Но представьте себе людей, которые десятилетиями каждый раз, отправляясь в собрание, брали с собой светильник. Попробуйте теперь этот светильник оставить дома. Да-не-не, не, не. да будете как голые идти просто без этого светильника. И люди продолжают приносить с собой светильники, только теперь уже смысла нет, потому что и так светло, но элемент сам есть, и он, конечно же, обретает какие-то другие смыслы. И очень многое, кстати, в истории церкви, оно проходит через аналогичный процесс. То есть определенная нужда... И реакция на эту нужду... Потом исторические обстоятельства меняются, но реакция остается и переосмысливается. Так вот, конечно... Не в светильнике для нас сейчас главное, но важно понять, что структура дня, утренние и вечерние молитвы, структура недели, посты, собрания, там, субботнее, воскресное, структуры года со всякими праздниками, все это синагогальная жизнь дает церкви определенное ощущение структуры. Поэтому то, что в жизни церкви есть структура, то, что не все произвольно совершается, это во многом наследие от синагогального опыта, который был у тех людей, которые из синагоги перешли в церковь. И вот это вот разделение времени, выделение каких-то особых часов, особых дней в недели, особых дней в году, потом впоследствии получило название кругов, и поэтому сейчас в православии, говоря о структуре церковного служения, говорят о суточном круге, говорят о седмичном или недельном круге и говорят о годичном круге. Так вот, в православии появляются круги, причем круги проявляются еще из того, что было в синагоге. Но на самом деле это достаточно простая структура. Какие-то круги, какие-то дни, какие-то часы, какие-то молитвы, все очень просто. И эта простота, она сохраняется, а, точнее не сохраняется, медленно развивается, но не так, чтобы бурно, вплоть до 4 века. IV век опять оказывается веком революционным. А веком революционным он оказывается почему? Потому что в этот момент, когда христианство становится государственной религией Римской империи, в церковь приходит огромная масса людей. А если на начало IV века примерно 10% населения Римской империи было христианами, то к концу IV века примерно 90% населения Римской империи, ну, по крайней мере, формально принадлежало христианской церкви. Представляете, за очень короткий период времени церковь выросла почти в 10 раз. Причем выросла не за счет тех людей, которые рискнули своей жизнью, чтобы последовать за Иисусом Христом, а которые просто не желали рисковать своей жизнью, следуя за языческими богами. И была ли там какая-то подлинная вера и подлинное возрождение, у многих из них большой вопрос – и вот эта вот масса язычников, бывших язычников, но по сути в сердце своем все еще язычников, она приходит в христианскую церковь, но она, приходя в христианскую церковь, приходит туда с языческим мировоззрением и мироощущением. В чем особенность языческого мироощущения того времени? Это мироощущение было такое мистериальное, связанное с мистериями. Мистерии определенные ритуалы, которые совершались в языческих религиях, и особенность мистериальных ритуалов в чем? Что если человек участвовал в каком-то ритуале и в рамках этого ритуала все сделал по заведенным правилам, то в определенном смысле боги обязаны на это отреагировать. Если ты выполнил свою часть договора, ты выполнил свои правила, ты повлиял на богов, и теперь они выполнят свою часть договора и пошлют тебе определенное благословение. Поэтому мистериальная жизнь это такая вот попытка манипуляциями в материальном мире показать влияние на мир нематериальный и мир нереальный. И вот люди с мистериальным собранием приходят в церковь, и они воспринимают то, что они видят в церкви, именно мистериальное. Ага, утренние и вечерние молитвы есть, ага, посты в какие-то дни недели есть, ага, праздники какие-то совершаются, ага, есть там крещение, есть евхаристия, есть другие какие-то действия. Теперь, смотрите, что, как думает язычник, он говорит, если я все эти действия буду выполнять правильно, то христианский Бог будет обязан в соответствии с выполненными мною действиями меня благословлять. И происходит то, что Александр Шмеман назвал изменением литургического благочестия. Происходит некий сдвиг в ощущении того, собственно, зачем нужна церковная служба и зачем нужна литургия. Она теперь способ манипулирования Богом. Но пока способ манипулирования Богом довольно бедный. Довольно мало элементов, довольно мало возможностей у этих язычников как-то воздействовать на Бога. И 4 век это время бурного развития а, литургики. Бо, когда появляется множество праздников, что там, ждать Пасхи или Пятидесятницы, мне сегодня нужно что-то от Бога. Поэтому на каждый день практически появляется какое-то празднование. Теперь появляются службы не только утренние и вечерние, но появляются и за утренние, и утренние, там и часы, и по вечере, и вечере, и так далее. И все сутки оказываются расписаны на определенные службы. Теперь не только там 3-4 дня в неделю должны быть значимы. У каждого дня должна быть какая-то своя значимость, своя манипуляция, свой ритуал, и вся неделя заполняется. И вот теперь и годичный круг, и седьмичный круг, и суточный круг, они становятся чрезвычайно сложными и наполненными различными действиями. Просто на это есть спрос, и этот спрос рождает предложение. Творчество литургическое было настолько активно в IV веке, что благодаря археологам мы знаем около 100 различных типов литургий, созданных, сочиненных в те времена. Понятно, что они все не выжили, понятно, что потихоньку была какая-то унификация в церковной жизни, и из всего этого множества того, что было сочинено, отсеялось и осталось совсем немного. Но тем не менее почва для такой сложной церковной жизни, она в IV веке была заложена. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Но на этом все не закончилось. Следующий этап в литургическом развитии церкви – это этап аскетический. Мы с вами уже говорили о монашестве. Помните, монаши ушли из церкви в пустыню, чтобы спасаться, а потом вернулись в церковь из пустыни, чтобы фактически стать руководством церкви. Но когда они вернулись в церковь из пустыни, теперь они вместе с собой принесли новый тип мировоззрения, монашеское мировоззрение, аскетическое мировоззрение, где вся жизнь – это подвиг. А монах не может что-то делать просто. Он не может просто пообедать, он не может просто помолиться. Помните описание, да? Если обедать, так так, чтобы чуть не умереть с голоду. Если молиться, так так, чтобы вот, как минимум неделю не заканчивать. И вот монахи, возвращаясь в церковь, тоже начинают оказывать определенное влияние на формирование литургии, на формирование порядка богослужения. Но теперь они не усложняют эту систему, она и так чрезвычайно сложная. Теперь они ее делают тяжелой для исполнения. Если раньше предполагалась одна молитва, Должно быть 10 молитв. Если раньше пели один псалом, давайте здесь споем 50 псалмов. И теперь уже сложная структура, она еще становится богатой и очень длинной. А вы знаете, стандартное православное богослужение, если все сделать по правилам, где-то около 7 часов длиться должно. Понятно, что не всякий, кроме монаха, согласен, 7 часов стоять и во всем этом участвовать. Но, тем не менее, вот такая вот структура создается. И на самом деле богослужение, оно монашеское богослужение. Если все делать нормально и по правилам, то это можно сделать. И это удается сделать только в рамках монастырской жизни, а не в рамках обычной повседневной жизни, когда пришел, там побыл на службе и ушел. Поэтому литургия сформировалось благодаря синагоге, потом мистериальному влиянию, потом аскетическому влиянию, но на практике был еще один этап, когда ну, исходя из нужд простых людей, не согласных на 7 часов, им будет 2 часа бы выстоять, все это начало сокращаться. Но начало сокращаться не в ту форму, которая была до влияния монашества, а начало сокращаться очень специфичным образом. Я уже говорил, что, например, там пели одну песню, стали петь 10 песен. Теперь как сократить? Ну, конечно, можно было бы от 10 вернуться к одной, но вы знаете, в истории церкви, как и со свечками, если что-то появилось, от этого попробуй откажись. Поэтому вместо того, чтобы петь одну песню, стали петь по фрагменту из всех 10 песен. Как бы изображая, что все эти 10 песен поются. Поэтому вот такие тенденции в литургии называют изобразительными. И многие-многие элементы теперь стали не совершаться полностью, а изображаться, будто бы они совершаются. И вот круги, а, мистериальная сложность аскетический объем и изобразительное упрощение дали то, что мы сегодня знаем, как православное богослужение. Из-за вот этих вот упрощений богослужение стало мало понятным, и поэтому века с X и дальше начинают активно развиваться всякие толкования литургии, объяснения. Иногда эти объяснения уже не соответствуют изначальному процессу и замыслу. И вот эти вот строчки из разных песен, оказавшиеся вместе, теперь толкуются как некий единый текст, который обретает дополнительный смысл. И вот таким вот образом... И в полной, конечно, форме, и в сокращенной форме мы с вами имеем а, достаточно большое по объему источник информации. Так как это все нужно было как чем-то заполнять, то в православную литургию вошла существенная часть священного Писания. Туда вошло ли решение соборов православной церкви, туда вошли многие богословские рассуждения, туда вошли различные поэтические произведения и так далее. И в этом отношении православная литургия своего рода такое хранилище практически всего учения православной церкви. А, кстати, многие части литургии достаточно еще и... Красивый, просто как литературное произведение, чтобы вы оценили, я вам прочитаю отрывок из службы Пя... Великой Пятницы, вы помните, распятие, связанное с распятием Иисуса Христа. Ну, прочитаю в русском переводе. В славянском очень сложно слушать, поэтому я в русском переложении это прочитаю. Страшная и неимоверная тайна. В сей день перед нашими глазами совершается. неосязаемый удерживается. Связывается освобождающий Адама от проклятия. Испытывающий сердца и внутренности неправедно допрашивается. В темницу заключается замкнувший бездну. Стоит перед Пилатом тот, кому с трепетом предстоят силы небесные. Рукой у создания ударяется создатель. На древо осуждается судья живых и мертвых. Гробу предается разрушитель ада. Все переносящее по страданию и всех спавшие от проклятия. Беззлобный Господи, слава Тебе! Так что, как видите, литургия может быть еще и неплохой литературой. И нам, опять-таки, Протестантам, любителям такого простого, естественного протестантского богослужения, когда у нас там какие-то свои импульсы, свои, свои решения, необременность всем этим трудным грузом, может все это показаться странным и неудобным. Но мы должны понять, что есть и определенные плюсы в литургическом наследии церкви. Плюсы, особенно ярко проявляющиеся в обществе, где небольшое количество грамотных людей. Как людей обучать? Как людям передавать богословие? Как людям передавать учение? Люди день за днем, неделю за неделей, год за годом приходят на службу и слушают. Понятно, что сейчас славянский язык, понятно, что изобразительность, понятно, что очень часто невнятность и так далее, трудно слушать. Но тысячу лет назад, когда православие приходит на Русь, оно приходит на языке понятном, может быть, не разговорном, но близком к разговорному языку того времени. И вот люди слушают литургию и многократно прослушивая эти тексты, они запоминают, и через это передается учение. И таким образом литургия с выверенными, продуманными, подобранными текстами является достаточно неплохим наставлением. И в какие-то трудные времена, критические времена, ну когда вот письменности нет, или это особо было значимо в время каких-то там гонений, а это было значимо, например, во времена советской власти, когда с литературой было плохо, но литургия продолжала звучать, и кто-то и понимал, была славянская литургия, может быть способом передачи наставления. Но что для нас сейчас важно, на Русь приходит законченный, готовый вариант литургии, и он принимается как такой особый дар от греков, удивительный, завораживающий, ценный, трудный, может быть, для осмысления, и это во многом определяет облик русского православия. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий.